Папу тоже не уволят. Конституционный суд озвучил постановление. Теперь у многодетных отцов должны быть те же права, что и у мам, воспитывающих детей до 3 лет. Самое главное – защита от увольнения. Раньше такого механизма не существовало, хотя зачастую главы больших семейств являются еще и единственными кормильцами. Возможно, разработают для них и другие формы поддержки. Всего в Татарстане больше 21 тысячи многодетных семей.